Всем привет, мои дорогие! Показываю, что у меня сегодня. Нос возвращается на место. У меня тут фильтры, но очень легкие, практически, можно сказать, их нет. Вот уже, мне кажется, вырисовывается контур и кончик носа тоже. Мой красивый, аккуратный нос возвращается на место. А то была какая-то картошка, какой-то пятачок. Я была похожа на свинью. Но теперь, мне кажется, уже дело идет на лад. Тут еще, конечно, корка, краснота чуть-чуть спала. Здесь корка на верхней губе, на нижней была корка. Сейчас ее нет. В общем-то, я надеюсь, что еще несколько дней, и все будет хорошо. Пришли анализы на аллергены, на те, на которые я сдавала, на бытовые, на тополь. У меня аллергии нет. Но я так думаю, что это на химию. И записалась к врачу. Пойду к врачу с анализами, посмотрю, что мне скажут. Еще также по утрам скребет горло. Именно вот по утрам потом все проходит. Но оно красное, сухое, вот как это все бывает при аллергии. И что еще? Да, немного голос тоже периодически садится. И чихаю тоже периодически. Чешется все тут и чихаю. В общем-то, посмотрим, что скажет врач. Надеюсь, что пронесет и скоро уже все будет нормально. А клинический анализ крови как раз-таки показал, что есть аллергия. Там кое-какие показатели чуть завышены. Я думала, будет намного хуже, но там на немного. Вот именно те, которые отвечают за аллергию, за какие-то инфекции. Вот это все немного завышено. Также я вспомнила, что когда у меня в Египте много лет назад, уже, наверное, лет 20 прошло, с того момента была аллергия, у меня вот здесь шишка такая была, как яйцо, собралась вода, все отекло, и я там сразу пошла к врачу при отеле. Был очень хороший врач, он мне тоже выписал какие-то таблетки, типа кларитина, мне все это сразу принесли в номер, и также сказал прикладывать лед. Вот прям постоянно прикладывать лед к этому месту. Я дня 3 или 4 сидела в номере днем, потому что на солнце выходить было нельзя, и прикладывала лед. Я это все вспомнила. И вчера тоже стала вот к носу сюда прикладывать лед. Может быть, это тоже помогло. И также еще вспомнила, что есть такое замечательное средство, как энтеросгель. Я его тоже вчера выпила 2 раза, сегодня забыла, вот сегодня тоже выпью. Но это тоже все способствует, да, вот очищению организма, выведению шлаков. И как раз-таки я посмотрела, вот от аллергии он тоже помогает. Так что лечусь сама, вспоминаю какие-то вещи, которые мне когда-то кто-то советовал, до чего-то дохожу сама. И вот я надеюсь, что все будет хорошо. Посмотрим, что еще скажет врач, чтобы это все осталось позади. Уложила только что волосы. Они у меня уже намного лучше легли, так все пышно получилось. Но вы знаете, ничего не использовала совершенно, только шампунь и бальзам-ополаскиватель. Никакие спреи, даже масла не использовала. Так вот хорошо, волосы такие вот блестящие. Прямо вот очень хорошо, мне кажется, получилось. Хотя камера всегда что вертикальная, что горизонтальная искажает, но тем не менее получилось очень хорошо. Они еще улягутся, еще несколько раз помою, и они уже будут прямо идеально лежать у меня. И также покажу вам свой маникюр. Вот он держится просто прекрасно. Вот. Я считаю, что я идеально его нанесла, но я вообще очень хорошо делаю маникюр. И лак наношу, тоже очень мне нравится. Такой цвет приятный, нежный. Вот захотелось иметь такие нежные руки. А ноги у меня, конечно же, красные. Вот, все, мои дорогие, такие новости, такие дела. Целую вас, обнимаю. Пока-пока.